Не менее 60 человек погибли при обрушении моста через реку Матчху в индийском штате Гуджарат. В момент трагедии на Мантовом мосту находились около 500 пешеходов. Большинство из них оказались в воде. По одной из версий, обрушение произошло именно из-за того, что конструкция не выдержала веса собравшихся. Спасательные работы на месте трагедии не прекращаются. Десятки пострадавших доставлены в больницы. Мост, построенный в 19 веке, лишь несколько дней назад открылся после ремонта. При этом, по данным некоторых местных СМИ, эксплуатацию возобновили без необходимых для этого разрешений.